Всем привет, на связи Фредмайер. В сегодняшнем видео поговорим об обновлениях игры Chain of Legends. Где-то месяц назад я вам публиковал информацию об этой игре, где можно было совершенно бесплатно начать играть и зарабатывать. С тех пор в этой игре случились новые обновления с 12 по 13 сентября. На их сайте происходило голосование. В ходе этого голосования решили, что впредь новичкам нужно будет апгрейдить свою ферму до первого уровня и только после этого начать уже зарабатывать. До этого все земли, которые нам доставались, они же сразу же начинали приносить нам прибыль. Это все сделано, я думаю, то, что для поддержания курса монеты Chain of Legends. На данный момент она торгуется на отметке чуть более, ну, практически в 1 цент. Она сейчас подупала немножечко, 0,0089 центов. В моменте она выше цента торговалась буквально вот недавно. Я думаю, то, что сейчас вот старые майнеры сливают свои добытые монетки, фиксируются, так сказать. Ну и в последующем думаю, то, что все эти нововведения, о которых я вам сейчас поподробнее расскажу, окажут благоприятное состояние на повышение курса монеты Клэк. Итак, обновление у нас состоит... Суть вообще обновления состоит в том, что... В общем, сейчас всем новичкам, после того, как им достанется земля, нужно будет ее апгрейдить. Апгрейд будет стоить 1000 монеток Клэк. Я уже апгрейдил свою землю до обновления. Сейчас она у меня второго уровня. Апгрейд будет стоить всем новичкам 1000 монеток, после чего вы сможете начинать уже добывать монетки. Второе обновление — это здоровье. Здоровье пополняется также нажатием клавиши, вот Repair. До обновления оно было бесплатным, сейчас уже платное. Вот на данный момент мне требуется 31 монетка клэк для восстановления своей земли. По мере того, как она у вас истощается, повышается и цена восстановления. Также у нас с вами сейчас шестой сезон начался. На время моей публикации информации здесь у нас с вами была вторая или третья, по-моему, да, вот между второй и третьим сезонами я публиковал информацию. То есть у меня была уже земля второго сезона Анкомонка. И я приобретал уже, не приобретал, а получал вот бесплатную землю уже третьего сезона. На данный момент у нас с вами шестой сезон начался, и профит земель уже сокращается. Если зайдем на Marketplace и посмотрим профит с земель, вот комоновская земля у нас с вами приносит 182 токена. Стоимость ее 90 клэк. Я вчера покупал также комоновскую землю, она стоила 84 и приносила у нас 191 монетку. То есть здесь такая же механика, как и механика как бы халвинга. Монетки добываемые уменьшаются, а цена земли у нас возрастает со временем. На данный момент у меня две земли. Майнит на данный момент рарка. Она уже принесла практически 1500 монеток. Осталось еще 1000 домайнить. И также я вчера приобретал вот комонку как раз. Затем уже начнет добывать комонка. Вывод средств тут осуществляется в течение 24 часов. Нажимаете на плюсик, оплачиваете там комиссию 5% от всей суммы вывода. И плюс еще сверху 100 монеток клэк. Отдельный видеоролик о выводе средств я делал у себя в YouTube канале. Если зайдете в мой YouTube канал, то здесь вот шестое видео как раз таки о выводе средств как раз с игры Chain of Legends. Вывод средств происходит в течение 24 часов и обмен на BUSD в сети Binance Smart Chain. Ссылку на видео также оставлю в описании под роликом. В данной игре также ожидаются обновления. Это возможность уже майнинга новых Stone Mine, Iron Mine, а также будут бараки. Будет интересно понаблюдать за развитием игры Chain of Legends. Я думаю, то, что еще впредь
токен CLEC еще даст свои иксы. На данный момент, я думаю, то, что все еще стоит зайти в эту игру. Во всех обновлениях также буду публиковать у себя в телеграм-канале. Здесь вы также найдете и ссылку на регистрацию в этой игре. Также эту ссылку я оставлю в описании под видео. Ну а с вами был FredMiner. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем профитных игр. Удачи. Пока.